И с вами я, Виталий Кличко. Главное о коротком. И сразу мы подходим к новостям экстренным. В город пришел газельный каратель. В редакцию стекаются любительские видео, снятые любителями. Стекающихся видео нет, но мы их смотрим. Когда поедешь? Никогда. Ну ты Петросян. Что снимаешь? Все разыскивают газельного карателя. Мы не только будем держать вас в курсе курса событий, мы мало вообще что будем что делать. А теперь перейдем к мистическому разделу. В Губкине появился призрак. Губкин — это не только город. Мало кто может знать, кто это. К сожалению, бабушка удалила мне интернет, и я не могу показывать на этой карте, поэтому я воспользуюсь подручными средствами. Ассистентка Вероника, пройдите сюда. В гористой местности ожидается плюс один размер, плюс один градус, или даже плюс два градуса, а чуть ниже, в плоскогорье, бурлит шум гам, принимаясь кумизан. А еще ниже, в зоне повышенной влажности, ожидаются осадки, извините, Вероника. Ну а в Губкине, как всегда, все отлично.